как первобытные люди. Накопали картошки, пошли. Собрали огурцы, помидоры. Тут на необитаемом острове много чего растет. Даже персики, по-моему, да, нашли мы. То есть все есть, что нужно для счастья. А для счастья нужно хорошее настроение, хорошее небо, солнышко. Человек, которого ты любишь, чтобы он был рядышком. И в этот момент как раз и ты чувствуешь себя абсолютно счастливым человеком. И чем дальше все прелести так называемой цивилизации, у нас смартфоны разрядились, связи здесь нет. И в этот момент мы почувствовали себя абсолютно счастливым человеком. Мы давно уже живем без телевизора, а теперь еще и без смартфонов. Но, в общем,